Вестник Северодвинска о спорте. 17 медалей в личном зачете и еще 20 в командном привезли наши спортсмены с открытого чемпионата России по плаванию. Соревнования в категории «Мастерс» проходили в Казани. В них приняла участие команда Северодвинского клуба любителей водных видов спорта «Пингвин». 14 северодвинских пловцов приняли участие в открытом чемпионате России по плаванию в категории «Мастерс». Всего на чемпионат заявились больше 700 человек. Достаточно большая была конкуренция, и результаты примерно у всех были одинаковые. 100 метров на спине я проплыла за минуту 20, 50 на спине я проплыла за 36 секунд. Соревновались по международным правилам в 14 возрастных категориях. По согласованию с Федерацией плавания России и ФИНА, здесь обкатывались технологии и протоколы перед чемпионатом мира по плаванию. Так как на чемпионатах мира соревнуются несколько тысяч участников, то и российский чемпионат провели сразу в двух стартовых чашах. Мужчины в одной, женщины в другой. Время ожидания стартов сократилось, но поболеть спортсменам за коллег уже не пришлось. Но в женской чаше, там, ну, в первой чаше, не было трибун, и поэтому, конечно же, ребята не могли поболеть. То есть, у нас, например, мы из ребят не болели, потому что у нас тут все в первой чаше проходило. И поэтому, как бы так, как-то в этот раз не очень, так мне показалось, такой дух соревнований прочувствовали. За три дня установлено 43 рекорда России, 4 рекорда Европы и 2 рекорда мира. Северодвинцы в личном зачете завоевали 4 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей и еще 20 бронзовых медалей в эстафетах. Стали чемпионками и увезли по 5 медалей Ольга Афонина – 2 золота, серебро и 2 бронзы, и Татьяна Дерягина – золото, серебро и 3 бронзы. Впервые в истории клуба «Пингвин» молодые спортсмены в специальных заплывах установили 2 рекорда России. Я считаю, что наша команда выступила очень даже неплохо. Было и золото, и серебро, и бронза. А особенно мы отличились в эстафетах. Мы выставили две команды, 4 по 100 эстафеты на рекорд России. И мы выполнили свою задачу. Это была смешанная эстафета, 4 по 100 вольный стиль. 2 мальчика у нас плыли, 2 девочки. Заявленный результат мы улучшили на 10 секунд. И тем самым мы выполнили рекорд России. Дмитрий Земцовский к рекордной эстафете добавил 2 серебра и бронзу. Самый возрастной участник северодвинской команды в категории 75-79 лет. Галина Беляева увезла домой 2 серебряные медали. Андрей Грехов завоевал 4 бронзовые медали, 3 медали всех достоинств у дебютанта Романа Блохина. Артем Трифонов увез серебро и бронзу, по 2 бронзовые медали у Валентина Ракова, Николая Лаптева, Андрея Дрихлицына и Дмитрия Смирнова. Сегодня наши спортсмены готовятся к новым заплывам в Казани, уже на чемпионате мира. Он пройдет в июле-августе этого года.